И невозможно было, конечно, сделать то, что я задумала. И мы, нам пришлось возвращаться домой. И как только мы вернулись домой, ливень закончился. Вот. Но тем не менее, я думаю, что это мы сделаем нас в следующий раз. А сегодня я продолжила заниматься с иконостасом. Вот устанавливаю второй этаж, вторую, ну, закрываю как бы. Вот так получится. Вот. Вот так вот мы начнем с угла. Так вот, да, чтобы видно было. Вот это вот срезать. Здесь отберем уголочек, и мы начнем с этого угла. Уголочка. Что у нас тут? Съехала. Вот так. Вот. И сейчас будем потихонечку так вот доставать. Мне, кстати, нравится запах вот этой вот бумаги клейкой. А вам нравится? Сейчас мы вот так вот положим грузик тут. Ну что, друзья мои, вот так вот выглядит мой иконостас сейчас. Вот так. Здесь, как и планировалось, эти вот выдвижной ящичек. Здесь второй я еще не сделала. Захотела прикрепить вот эти вот стенки. Посмотреть, как это хоть выглядит. Быстро не удержалась. Вот. Так, вот. Сейчас, видите, вот эти вот стеночки, они очень тонкие, один слой всего. И сейчас здесь я буду, ну, буду усилять. Тут будет еще один слой. И полочки нанизываться, на которые, ну, в общем, вы все увидите. Сейчас пока вот так. Сегодня я сделала... Вот это вот прикрепила второй слой. Ой, второй ящичек. И вот стенки. И вот я думаю еще, что, наверное, еще добавить снизу еще один ящичек. Чтобы было три, потому что, наверное, недостаточно высокий иконостас. Потому что я вот когда, ну, стою рядом с ним, получается, что он немного ниже. То есть, а иконы, по-моему, они должны быть чуть-чуть выше. То есть, когда стоишь, если молишься, то иконы должны чуть выше уровня глаз, чтобы на них вверх смотреть, а не вниз. Вот что вы думаете по этому поводу? Это важно или не важно? Ну, чтобы иконы выше были.
Ну, когда молишься на коленях, то понятно, будет выше. Но вот когда вот просто так стоишь, ходишь, да, то они не выше. Я вот помню, у бабушки у моей был иконостас в углу. Так он был вообще высоко. То есть нужно было голову, ну, ну, не только глаза, но и голову еще можно было поднять. Можно глазами, конечно, было увидеть. Вот так вот было на уровне, выше уровня глаз. Да, то есть надо было вот так вот глаза поднять. Вот они, ну, они вниз смотреть. Вот так. Так, пониже камеру опущу. Пока вот на этом этапе. Вот на таком вот этапе сейчас у меня иконостас уже обрисовывается. То, как это должно быть. Возможно, что я добавлю еще один ящичек. Скорее всего, потому что мне хочется, чтобы иконостас, наверное, был повыше чуть-чуть. И так интересно, по ходу появляются какие-то новые детали. Но я надеюсь, все-таки все, что закончу его скоро. Ну вот, буду с вами прощаться. Желаю вам всего-всего самого-самого лучшего. Но самое главное, пожалуйста.